Доброго ранку, бажаємо ще раз усім нашим телеглядачам. Нагадую, що сьогодні на календарі вівторок, 5 грудня, п'ятий день зими, і буквально 26 днів відділяє нас від найчарівнішої і найказковішої ночі у році. Тому давайте налаштовуватись на особливий настрій, настрій зими та нового року, незважаючи на те, що погода за вікном більше нагадує осінню. Ну і ми крокуємо далі. Як ще можна зігрітися взимку? Звісно, теплом своїх рідних, близьких і навіть чотирилапих друзів. Стрижка котів часто не є примхою їх господарів. У більшості випадків котячий грумінг – це турбота про здоров'я тварини. Але іноді власники котиків хочуть поліпшити таким чином їх екстер'єр. А чому б і ні? Стрижка необхідна в тому випадку, якщо збилося хутро і стягує шкіру киці, завдаючи їй болю і створюючи дискомфорт. В результаті цього кішка може стати нервовою і не давати себе гладити. Але є професіонали, перукарі, стилісти, які з вашого кота можуть зробити справжній витвір мистецтва. Давайте подивимось на це. Персидські коти – це одна з найкрасивіших та найпопулярніших порід котів у світі. Представники цієї породи є милими, чарівними істотами, одна з яких може стати вашим кращим компаньйоном і завжди піднімати ваш настрій, а ще зігрівати взимку. Все про персів розкажуть наші наступні ранкові гості. Вітайте наших ранкових гостей. Це Тетяна Володимирівна Фольваркова, голова Херсонського обласного відділення Фелінологічного альянсу України. Як завжди, прийшла вона у чарівній компанії. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Тетяна Володимирівна, представляйте, хто сьогодні ваші супутники? Сьогодні моїми спутниками є Наталя Сулютіна. Вона владелець питомника персидських кошек і яркий представитель породи котик, о якому розкаже сама Наташа. На прізвисько Марсель. Ми так трошки встигли познайомитися. Ну, Марсель у нас є представителем персидської породи. Вот, йому 8 місяців, він ще котенок. Очень ласковий, хороший малыш, шоу-характером. Это заметно все. То есть не нервничает перед камерами, любит позировать, любит общаться с людьми. Ну, на мой взгляд, это самая лучшая порода, которая может быть. Ну, ще вот. Пак, тому займаєтеся. Да, просто как бы это идеальная порода для детей, для дома. Конечно, есть некоторые сложности по уходу за шерстью. Это да, это надо уделять этому внимание. Вот. Но радость, которую ты получаешь от общения с ними, это не сравнить ни с чем. Это они в доме как лампочки. Вот только когда, допустим, вы приходите домой, у них начинается жизнь. В основном они спят, покушали, спят, ведут себя абсолютно спокойно. Для персов не нужно, они видят только то, что у них вот в поле зрения ихнего роста. То есть они не лазят по шторам, они не запрыгивают высоко. То есть это порода, которая любит играть, общаться, и без человека, в принципе, они не выживут. Вот. Якими є характерні ознаки цієї породи зовнішні? Ну, внешні це вот у нас у Марселя, значить, Марсель у нас став лучшим котенком на виставці, яка проходила. Виставка, яка була в сентябрі місяці, Марсель отримав титул Best Kitten, лучший котенок виставки. Да. Ну, собственно, ніхто навіть не сперечається. Котенок замечательный, то есть и окрас интересный, и текстура шерсти замечательна, и объем, и плюс замечательная подготовка. Да, ну, как бы грумер. Наталье пришлось поработать. Грумерку у нас 2,5-3 часа. Это от начала купания и до окончательного. Подготовить очень сложно. И кота персидского к выставке, и вообще вот с такой охотой это
Чесно говоря, титанический труд. Ну, а що? Що робите? Підстригаєте кігті, причесуєте, щось сюди ще? Купаємо, починається все з купання, потім йде укладка. Укладуємо його всією сім'єю. Тобто три чоловіка працюють в цьому. Мені допомагають муж, син. Хтось тримає, хтось. Так, да, хтось держить, хтось сушить, хтось підтягує шерсть. Діло в тому, що у персів дуже цікава структура шерсті. У нього шерсть спіралеобразна. А для того, чтобы добиться того, чтобы она была ровная, его нужно сушить под натягом. То есть не просто так включил фен и сушу. То есть один человек держит, второй человек держит фен, а третий расческой натягивает шерсть. Вот и если ты ее не досушил, то она опять вернется в спираль. Поэтому сложный, конечно, процесс вот так вот подготовить. И Наташа, конечно, памятник за такую подготовку кота. У меня сейчас, да, у меня в питомнике в моем вообще сейчас 4 взрослых животных и 3 котенка. Можно у вас, в принципе, придбати кошеня, якщо... Можно. Якщо замечательные хочется. Детки подрастают. Дві девочки и мальчичек просто сказочные. Наскільки вони дорогі? Ну, ценовая политика разная, в зависимости от качества котенка. Если это шоу-класс, это, ну, это дорого будет. Если это бед-класс, то есть это будет дешевле. Кроме того, але відчуття не оцінені. Ні, да, просто я стараюсь, если даже и продавать котят, то продавать в хорошие руки. Почему? Чтобы они нашли хороших хозяев. Иногда я не могу с ними расстаться. То есть не могу продать, потому что не могу отпустить от себя. Ну вот когда... Отпускать нужно. Да, Татьяна Владимировна мне все время об этом говорит. А я не могу, мне сложно, пока я не найду человека, который, ну, как да, бы... Да, найти того, кто вот, ты понимаешь, что именно тот человек, который будет... Нужен. Именно этому котенку. Сложно подобрать, всегда смотришь, всегда выбираешь, не всегда отдаешь. И бывает надо мной, мои близкие смеются, я вам не отдам котенка, потому что вы мне просто не нравитесь. Я не знаю, почему. Где-то на подсознании я понимаю, что этот человек не наш. И все. А по поводу котят, вот стоимость, еще зависит, ну, то, что есть котята, которые продаются с правом на племенное разведение. То есть котенок, который пойдет в племя, который будет, ну, грубо говоря, размножаться, будет производителем питомника. Есть котятки, которые продаются как домашние любимцы. Да, вот там, конечно, цена совершенно другая. То есть это домашние любимцы, которые в будущем, девочки будут стерилизованы, мальчики будут кастрированы, будут жить и наслаждаться жизнью вместе с хозяевами. Повертаючись все-таки до ознак саме цієї породи, чи можна її переплутати з якоюсь іншою? На що треба звернути увагу? На носик, на вушка? У персів, ну, їх невозможно перепутати. А з ким його можна перепутати, скажіть? Да. У нього характерно, это у них вот стоп, это носик. Угу. Это их визитная карточка. Это персы экстремального типа, или еще их называют baby face. Вот, маленькие ушки, коротенькие, толстенькие лапочки с хорошей опушечкой. Вот. И коротенький хвостик, достаточно пушистый. Вот. И такое массивное тело. То есть он не должен быть вытянутым, он не должен быть вытянутым. Компактным. То как есть шарик. У него не должен быть длинный хвост. То есть вот эта кошка, которая, вот, гляньте. Угу. И плюс замечательный характер. То есть вот, вот это шоу характер. Да, характерное поведение. Максимальный размер. 4-5 килограмм, это максимальный размер. То, что выше, то уже... Угу. Тоже но меньше сбежится в размерах, он же кошеня. Ну да, да. Он немножко еще подрастет. Ну да. Они вообще растут где-то лет до 2. Эти коты, поэтому он еще вырастет. Но, в принципе, время интенсивного роста у него уже прошло. То есть он будет расти, конечно же, но так, чтобы уже вот в 2 раза. Что там такое? Руки. Марсель такий, бачите, зацікавився яблучком, але ж яблука вони не їдять. Он їсть капусту. А, капусту? Серйозно? Що ще такого цікавого? Він гурман? Да, он... Чим кормите? Кормлю в основному у них... Рацион такой, что им нужно мясо обязательно, замороженная говядина, курятина, это все промораживается, потом это все обрезается, и этот фарш, вот мы их кормим. Кормим кормами, обязательно должны быть корма, почему? Потому что сейчас не такое мясо, допустим, где есть все витамины и все... Ну, я хотя бы сказала бы, что у меня вообще никаких витаминов нет. Марсель. То есть балансированное кормление, все-таки это сухие корма, потому что... И оно дает результат. Да, сразу такую шерсть. Шерсть и все остальное, то есть и здоровье, прежде всего здоровье питомца. Нельзя им давать с общего стола, нельзя острого, там жирного. Ну, конечно, у меня вот мой Тима, его папа, он очень любит мороженое. Но иногда
Ми йому дозволяємо. От, мороженое олів'є. Бачите, у кожного свої гастрономічні вподобання, так, кому що подобається. А є у нього вожак? Ну, у нас зараз папа вожак, так. Да. Председатель нашого питомника – це наш папа. Марселя ще поки що, так, да, поки що він ще на правах. Ну, я так розумію, що більше любить Марселя, ніж папу. Ні, у нас дома, виходить, є определенне розподілення. Тобто Марсель – це мужа кот, він його любить. Папа Тімоті у нас – це мій кот. Вот Мірта – дівчинка, це общее. Девочка, да, общая любовь, и причем любовь всех, и сына, и одного, и второго сына, и мужа, ну и моя тоже, она нам подарила прекрасных котят, вот, и у нас есть еще Лада Матильда, которая живет у моей тети, потому что она не может жить со всеми, она просто звезда, если она одна, ее должны любить одну, это мама Марселя. Вот, поэтому очень сложные взаимоотношения. Да, там все очень сложно. Справжня родина. Да, да, да. Вот. Ну, малышей любят все, да, малышей все любят, они достаточно такие, ну, как бы... Психология семейных отношений. Кстати сказать, вот, будет в Киеве семинар, там приезжает какая-то английская психолог кошачий, и будет лекция по поводу взаимоотношений кошек в прайде. Приезжает психолог из Англии, я еду. Да. Это не обов'язково маму зустрітися. Розкажу обов'язково. Вот. То есть именно психология взаимоотношений кошек в стае. Это очень интересно. Вот, Наташа так рассказала, что... Проведем семинар. Да, обязательно. В клубе. Все-таки ще повертаючись до питання догляду. Надзвичайно складно, вже Тетяна Володимирівна підтримала вас у цьому. Якщо говорити про хутро і просто котів різних порід, які там є у нас вдома також, чи можна їх, як часто їх треба розчісувати, купати, якими щітками? Купаємося ми, у нас 4 види щіток, окремі для щічок. Отдельные для вот этого подшерстка, есть просто пуходерки их называют, и есть еще для того, чтобы подшерсток вот этот вот самый длинный прочесывать. Дело в том, что у персов 6 бывает до 10-15 сантиметров, поэтому это достаточно сложно. Но он пуховой, бывает вот остевые, да. У которых остевой волос, а Марсель пуховой. Вот у Мирты вот, у нас остевой, у Марселя он, да, вот это, он кстати, пуховой. Сказать, самые сложные в уходе, вот пуховые. Они, ну, нужно просто ежедневный уход, ежедневное вычесывание. Просто расчесываем. Немножко не расчесала, но потом можно уже заколтунилась, и да, дальше просто, проблемы. Просто мы купаемся раз в две недели, вот мы купаемся и вычесываемся. Да, Марсель у нас требует особого ухода, он у нас чешется каждый день, чешут его все. То есть у кого есть время, те и чешут, потому что сейчас у нас малыши, и нам надо... больше времени уделять им, поэтому у нас как бы... Ну, дело в том, что они настолько приучены к этому вычесыванию. Они даже не сопротивляются. Да. Им нравится. И купаются прекрасно. Персы все купаются прекрасно. У меня вот, допустим... Смотри, мой задумывает. Да, у меня да. У меня да. Я просто знаю, как... Что-то какие-то секреты. Музыка какая-то забрала, релакс. Знаю, как их приучить. Марсель уже... Продовжується тиха година. У Марселя якраз же це розписання. У нього, да, у нього зараз сон, він позавтракав, тепер треба поспати. Живе по розпорядку. Ну і наостанок нашої розмови, все-таки зима розпочалася, і треба подбати вже і про братів наших менших. Якісь особливості догляду тут мають з'явитися, якесь особливе харчування все-таки. Вдягати, ну персів не треба вдягати. Їм і так надто тепло. Ну, діло в тому, що ми даємо, конечно, дышать свежим воздухом, но на улицу их не выпускаем. Это порода, которая живущая чисто... Да, да. У них балкон и окно кухонное, это как телевизор для нас. То есть это все интересно, посмотреть, посидеть. Вот. Но птички, обязательно птички, да, троллейбусы ездят. Ну, то есть потребы машины. У них у да. Не, ну, это не кошки, не собаки, им выгул абсолютно не нужен, поэтому им достаточно того, что они живут в квартире. За ними их любят, их кормят, ухаживают, вот, на руках носят,
трубку, извините, целую. Поэтому все счастливые, владельцы и животные. Витамины. Мы сейчас есть специальные комплексы витаминов, которые мы покупаем, даем. Значит, вот всем я даю, есть порошковые витаминки, есть такие, которые как таблеточки с различными запахами для поддержания шерсти, для поддержания иммунитета. Конечно, такую шерсть поддерживать мало говядины и мало курятины. Нужно комплекс витаминов, которые именно... Витаминки обязательные, и они едят их с удовольствием. Ну і плюс, звісно, да, питання хороше у нас. Звісно, любити не забувати. Їм головне. Вони це відчувають. Спасибі вам величезне за те, що завітали до нас сьогодні і кажуть, що час, проведений з кішкою, ніколи не вважається втраченим, а сьогодні подвійна порція задоволення в нашій студії, тому що наші улюблені гості та ще й отака киця. Спасибі. Якісь ранкові побажання для всіх глядачів? Гарного дня. Гарного дня, здоров'я, любові і миру. Спасибі навзаєм. І якщо у вас ще немає домашнього улюбленця, задумайтесь над цим. Ну, а ми крокуємо далі і маємо такий маленький подарунок для всіх наших маленьких телеглядачів в мультфільм, звісно, про кицю.